Сегодня на мне сверкающее платье Ванда Катуччи и ботильоны Zara. Серьги создал Алексис Мабии, мой любимый дизайнер. Восхищаюсь его талантом. Одежда выражает мою индивидуальность. Я люблю дерзкий рок-н-ролльный стиль, ценю удобство, поэтому сегодня на мне туфли на плоской подошве. На мне роскошное платье лейтмотив. Выбор не случайен. Люблю образы в цыганском стиле. На мне тренч с контрастной отделкой, рубашка в стиле милитари, юбка и ремень тоже в стиле милитари. Эти брюки я с удовольствием ношу и днем, и вечером. Они не слишком облегающие, безупречно скроены, длина просто идеальная. Ключевым элементом образа является, конечно, рубашка с причудливым декором. Объемные аппликации в виде зеленых листочков, открытая спина. По-моему, выглядит потрясающе. Мой выбор – Виветта. Дизель и, как всегда, русские дизайнеры, девчонки Дарья и Мария. Сегодня на мне Total Look Burberry, который я приобрел сразу же после показа. Коллекция мне очень понравилась. Люблю, когда дизайнеры интерпретируют стиль 18 века на современный лад. На мне яркое разноцветное платье. Я в восторге от жизнерадостных принтов, изображающих кошек. В этом наряде я чувствую себя героиней фильма «Красотка». Сегодня я выбрала яркий, удобный, а главное теплый наряд. На мне свитер. На мне костюм в вертикальную полоску и аксессуары Gucci. Мой образ – платье Prin, обувь La Canadienne, блейзер Zara, небольшая сумка. Играю с контрастом женственности и маскулинности. На мне топ и брюки Zara, куртка Zara, под ней кожаная куртка Маш, туфли Селин. На мне Total Look Viveta. Мне нравится этот яркий образ, воплощающий энергичность и богатую фантазию дизайнера. На мне образ из осенне-зимней коллекции Angel Chen. Мой выбор – пальто Такори, сумка Фенди, туфли Джанвито Росси. Я решила надеть Total Look Moncler. Люблю элегантные и при этом практичные образы.
платье и пальто Эрмана Шервина, но я немножко по-другому расположила вот эти вот броши, которые я надела на пальто, и сумка Паоло Кадемартери и ботинки Лисила. На мне жакет российского бренда Эйя, который славится одеждой с подобными принтами. Сумка Dolce & Gabbana, винтажные джинсы Levi's, туфли Паоло Кадемартери, свитер Yves Saint Laurent. В этом наряде я чувствую себя королевой 19 века, или, может, даже феей из сказки. Сегодня на мне волшебный наряд.